сейчас находимся на острове Элефантина. Очень интересное место. Правда, в основном здесь, как вы видите, такие глиняные саманные кирпичи, но есть и остатки гранитных сооружений, колонн, в основном в разобранном виде. Есть несколько ящиков, в которых обычно были сокровищницы размещены. В данном случае они поваленные, разбитые. В общем, был период, когда не до религии, не до святынь. К сожалению, спуститься вниз нам не удалось договориться. Здесь археологическая зона, копают немцы. Они очень строго подходят к соблюдению неприкосновенности их территории. И, соответственно, мы даже не смогли зафотографировать внутренние стенки этих ящиков. Из интересных событий прошедшего дня мы посетили каменоломни в Асуане. Обелиск, который, слава богу, на месте, уже, может быть, и не так нас интересует. Нашли интересное место, которое по каким-то причинам мы пропустили раньше. Во всяком случае, я не помню, чтобы кто-то упоминал об этом моменте. На большой стене, которая осталась после выемки некого огромного блока, высота этой стенки 5-6 метров. Скляров в своем фильме эту стенку показывал, как пример того, что остается от технологии выемки больших масс гранита. И эта стенка показывает, с каким качеством выполнялась не только стены изделия, но и та траншея, которая, казалось бы, не имеет никакой ценности, она же остается в карьере. Так вот, на этой стенке, как на экране, как на специальном большом панно, оказалось изображение древнего человека. Изображены стая страусов и человек, который, вероятно, является хозяином этой стаи. Во всяком случае, мы такие сюжеты видели потом в музее. Что здесь удивительного? По стилю такое изображение очень напоминает наскальные рисунки. И, возможно, возраст этого изображения порядка 5000 лет, может быть, даже 6, додинастический период. В этом случае получается, что трактовка египтологов о том, что гранит здесь добывался во времена Среднего Царства, да даже если и древнего, может быть, мягко говоря, не совсем корректной. Если на выбранной когда-то стене имеется рисунок 5-6 тысячелетней давности, значит, карьер уже был во времена додинастического Египта. Другой интересной находкой, правда, ее уже мы видели и раньше, но все равно она поражает. В Нубийском музее, находящемся в Асуане, имеется страусиное яйцо, которое датировано самими египтологами порядка 5,5 тысячелетней давности. И на этом страусином яйце, как на любом гончарном изделии, нанесен рисунок. Рисунок читается крайне узнаваемо. Три пирамиды с характерной штриховкой, обозначающей горизонтальные слои камня. И рядом с пирамидами кривая змейка. Эта змейка очень напоминает конфигурацию Нила. И в этом случае, если это воспринимать как карту Нила, пирамиды находятся на своем месте. Во-первых, на севере по отношению к началу Нила, а во-вторых, находятся на западном берегу, как это и есть. То есть на этом яйце нанесена схематическая карта Верхнего, Нижнего Египта и пирамид, которые находятся в районе Нижнего Египта. Пирамид три штуки, одна чуть меньше предыдущих, то есть можно увидеть в этих пирамидах Хеопса, Хефрена
и Микерина. Когда спрашиваешь историков, почему на таких древних изделиях, как гончарные тарелки, горшки, изображены треугольники пирамид, историки говорят, что это не может быть пирамидами, поскольку пирамиды построили несколькими тысячелетиями позже. Но пирамиды-то изображены, а интерпретировать их как холмы или горы, ну, совершенно невозможно, поскольку среди таких треугольников изображены сцены охоты, купаются гиппопотамы, а там, где находятся горы, там, понятное дело, гиппопотамов не было, да и охотиться вряд ли было на что. Поэтому сильно сомневаюсь, что датировка пирамид возрастом 4500 лет, я имею в виду большие пирамиды Египта, действительно правильная. Нужно искать другое объяснение изображения на древних черепках пирамид. И, скорее всего, люди первых династий и додинастического Египта были свидетелями того, что пирамиды уже стояли в их времена. Видите? Идите, идите, там статуя. Ну, ломать не строить, а потом заполировать. Даже как кипящий тарелку. Что с пластилином? Канай. Все пластилин нужно, кипят. Где игры жижные? Очень красиво. Надо бы вниз спуститься. Ну да, вниз спуститься. Подбрасывай камеру. Нет, просто сейчас слезем, если что, бакшиш давайте. Ниже больше, чем или он перевернут сейчас. Он вполне возможно, что лежал бы вот этим будет песок, а это эрозировало. Возможно, потому что это качество... Перевернут должен был, это в песке должно быть. Да. Ну и что, за столько тысячелетий наверняка уже несколько раз превращали. Петличка нужна? Не, мы сядем, на ходу все равно ничего хорошего не будет. Хотя изнутри вот так такие волны видно, да? Видно, сейчас, да. Не очень так классно. Так, давайте мы попросим бакшиш дать. Сколько раз тут там уже написали и потом стерли? Ну, может быть, да. Давайте этих двух попросим вниз и бакшиш дадим. Здесь тоже есть, там некий. Они боятся этого немца, а он будет истерику закатывать. А мы скажем, мы быстро. Мы кукли. Он раскопки делает. Когда он придет? Ихняя зона. Когда он придет, это придет? Это он может быть и сейчас здесь. Не видно, выскочит. Поговорите, но вероятность... Да, поговорите кто-нибудь хотя бы на 5-10 минут. Мы можем разговаривать. Нет, с немцем бесполезно, если только он с этим, с полицейским. С полицейским, нет. Это их территория, они тут раскапывают, не разрешают. Кто-то чего-то утащит, царапает. Кто-то утащит, да? Мы обязательно его утащим. Кто-то утащит. С другой стороны, говорит, обойдите. Наверное. I wanna go there. Here. One minute. Окей, пойдемте. Вниз, down. Down? Yes. Five minutes. Ashalenta. Нам в прошлый раз повезло, нас пустили, но немец был в отъезде, походу, или где-то отдыхал. Аня, пойдем. Идемте.
Скворечник? Там вот базальтовый еще раздолбанный, он такой отполированный. Вы видели, да, его? Так что грубо. Грубовато он сделан. Но это, возможно, уже переделки. Возможно. Могли что-то написать. Ну, очень ровно. Очень. Для древнего, как бы первобытного, это слишком ровно. Скорее всего, и внутренние должны были быть такими же. Угу. И вот тут видно, вот верхние более-менее полированные. Задние. Да, да. Верхние плохо. Кись. Ой. Что ты мрыкаешь? Кусочки держат. Угу. Базальтовый. То есть получается красный, серый гранит и базальтовый был. Саркофаги. Кейсик за окном видели. Здесь его видно. Да, здесь полоса идет. Двинулся в лоб. Да, специально как бы сделано. Я так хочу, чтобы...